Утро в Аркадии. Все готовятся работать, подготавливают кафе. Я люблю Аркадию. Все любят фотографироваться возле этой машины. Украшение этого заведения. Что же тут в этой машине? О, сколько места сзади много, кстати. Вот. Вот здесь все светится вечером. В других видео я вам покажу. Шикарный вид, конечно. Двигаемся дальше. Итак, Одесса, Аркадия. Здесь популярно ездить на велосипедах. Вот можете взять на прокат. И много точек с прокатом. Велосипеды, самокаты, скейты, всякие эти вот гидроборды, электроборды, как они называются. Здесь очень популярны. Даже по утрам уже в кафе сидят люди, что меня вот удивляет. 8-9 утра сидят люди. Это закрытая территория. Маленькая Европа. Все готовятся. Открывают заведение. 22 июня. Сегодня очень жаркий день. Очень тут популярно бегать. Много бегунов занимаются спортом. Все специально одеты. Подобрана форма у всех своя. Очень много заведений работает. Сейчас я иду 9 утра. Доставщики сюда не заезжают еды, поэтому мне приходится идти к выходу забирать свою доставку. Ну, самое меня что удивило, именно в 9 утра, посмотрите, что аквапарк Гавайи, посмотрите, в 9 утра такая очередь. Я только стал за едой. Опять велосипедисты тут много. Очередь просто неимоверная. С 9 там до часу, до 2 определенная цена. И чтобы попасть на 9 часов, нужно уже как минимум 8 уже встать в очередь. Ибица. Пошлите дальше. Итак, мы подходим к KFC. Кажется, на первый взгляд, что здесь работают только на выдачу того. Но на самом деле здесь много столов. Можно кушать и смотреть с видом на море. Мы вчера там были. Опять велосипедисты. Итак, вообще людей нет. Бывает чуть-чуть вечером. Не знаю, что-то июнь не ихняя, видать. Может, дальше у них пойдет дело. Вот это место Хинкальное называется. С 5 часов вечера и до 11, наверное, все забито. Это тут хачапури, лиляки, баб. Здесь так все забито людьми. Вот обязательно придем на днях попробовать. Далее. Это между Итакой и Эрдлайном кофейня. Я только что пил, брал там кофе. Маленькая, стоит 33 гривны. Хороший кофе. Ну там сколько, наверное, 100 грамм, наверное. Еще брал кофе в других заведениях. Где-то 50 гривен, 200 миллиграмм стоит. Здесь на территории кофе. Итак, дальше нас ждет Red Line, самое популярное по рекламе место в этом году. С людьми так тоже, средний у них. Видимо, неполное заполнение людей. Ну, я имею в виду, что не так много отдыхает. Наверное, в июле будет больше. Но, кстати, мы приехали 4 дня назад. Сегодня вроде бы 4-й день, мы отдыхаем. И вот вчера уже людей было намного больше здесь, на территории.